На сегодняшний день судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском Большом Камне – один из основных работодателей региона, ответственно подходящего к обеспечению комфортных условий работы и жизни. Масштабный профиль заказов судов разного предназначения и тоннажа, включая суда огромных танкеров типа «Афромакс», самое современное оборудование, а также активно строящееся в городе жилье, привлекает сюда специалистов кораблестроительной отрасли со всей страны. Дело в том, что это ведь на самом деле очень молодая верфь, и наши работники состоят в большинстве своем из молодых людей. Да? Поэтому основной вектор политики, он взят именно на привлечение молодежи. Не секрет, что заработная плата и здесь, и на Дальневосточном заводе «Звезда», она гораздо выше, значительно выше этих установленных показателей среднестатистических по Приморскому краю. Самым главным фактором трудоустройства на ССК «Звезда» для состоявшихся и начинающих специалистов является возможность профессионального и карьерного роста, так как предприятие постоянно наращивает мощности и растет. Комплекс гарантирует начисление дальневосточной надбавки к заработной плате и дополнительный отпуск. «Звезде» нужны и те, кто умеет управлять оборудованием по резке и сварке металла, и те, кто умеет проектировать и контролировать соблюдение технологий, и те, кто умеет управлять всеми этими процессами. Работаю с самого старта, это уже практически 3,5 года. Раньше работал на ДВЗ «Звезда», после этого перебрался в Питер, работал там 5 лет. И как бы устал от Питера, пригласили работать в родной город. Ну и как бы переехала опять в Большой Камень. Ничем не жалею. Сегодня на ССК «Звезда» работают больше 3000 сотрудников, а уже к 2024 году в планах создать 7500 рабочих мест. Рост количества работников не случайен. В регионе действует программа подготовки кадров – школа, вуз, предприятие. Дополнительно ведется и подготовка студентов, а также трудоустройство выпускников. Для сотрудников предусмотрены все условия. Это не только конкурентная зарплата и достойные условия труда, но и комфортная инфраструктура. Заработная плата, я сказал бы, достойная на нашем, как бы, в нашем регионе. В этой сфере я работаю больше 12 лет. Как бы все хорошо, квартиру мне от заводов дали, все нормально. Работаю я, в принципе, уже 10-й месяц, так как после армии пришел и сюда сразу устроился. Так как это неплохое предприятие, но дает возможность подняться по карьерной лестнице, ну и заработок тут неплохой. Как бы, дает возможность стабильную зарплату. Продуманная инфраструктура и интересные профессиональные задачи являются достойными аргументами не только к смене места работы, но и к переезду на другой конец страны. А приезжим работникам и членам их семей из регионов предоставляется субсидия компенсации расходов по переезду, обустройству на новом месте жительства и аренде жилья. Например, главный технолог Тимур переехал в Большой Камень из Мурманска. Та программа, которая изначально предлагалась заводом, она была реализована. Это и программа мобильности, которая действовала на меня, как на выходца с районов Крайнего Севера. Также, по сути, мне предоставили квартиру, в которой я на данный момент проживаю, вот ССК «Звезда». То есть все обязательства, которые на себя предприятие изначально взяло, оно их выполнило. Мне действительно здесь очень нравится, здесь большие перспективы и для личностного роста, и для профессионального. И даже за те 2 года, что я здесь работаю, я значительно увеличил свой уровень компетенции. Меня это не просто устраивает, а дает дальнейшие надежды на рост. Привлечением сотрудников на предприятие занимается отдел кадров ССК «Звезда» совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Работать в комплексе «Звезда» приезжают люди со всего Дальнего Востока, Краснодара, Калининграда, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга. Но основной костяк предприятия – 85% от числа работников – это приморцы. Для тех, кто приезжает из регионов, работает программа мобильности трудовых ресурсов. То есть, если человек приехал с другого региона, ему оплачиваются билеты, ему оплачивается проживание, ему оплачивается в рамках программы, может оплачиваться обучение, даже обучение его детей, а также поездки раз, например, там в год по месту основной прописки. Судостроительный комплекс «Звезда» на сегодняшний день стратегически важный для дальневосточного региона промышленности проект. Он дает не только рабочие места региону, но и принимает непосредственное участие в развитии судостроения в масштабах страны. К 2024 году судостроительный комплекс станет крупнейшим в России. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.